Ну, тоже записки было вот там, внизу электронной эстрады. Иногда меня спрашивали, а про какую певицу вы написали? Не про какую, но все-таки думал про Анну Вески. Помните, была такая? Да. Довольно симпатичная, да. Она выступала в Афганистане. Мало кто знает, что у нее брат был в советской офисе. Распердяй, помню. Звезду электронной эстрады, красавицу лет 30, на точку из желоба и выпало перевести. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темный, не марки, но бархатный комбинезон. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Огляды боятся пилоты, как будто она командир. Величественно и лукаво певица кивает слегка, вручая им сладкое право нести ее под облака. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, над рощами Джелалабада с бесценной ношей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, тревожнее переговоры, которые ей не слышны. Как молоды летчики эти, певица подумалась вдруг, здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, прошла каблучками стуча, и две несравненных ладони накрыли два юных плеча. Но не оглянулись пилот, не вздрогнули, не напряглись, и лишь впереди вертолета какие-то искры зажглись. С минуту стояла меж кресел, вернулась в салон на скамью, ругая свой жест, он из песен и чуткую душу свою. На точке простилась надменно, спустилась по лесенке в пыль и гордо шагнула в военный подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились чем и когда, ведь даже что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Летим, как тому пулемету, сквозь зубы сказал командир.